19 июля, хороший участок вот, и леской работал, и диском. Короче, круглые диски, насколько я их хвалил, штилевские, здесь не покатили. Вот, покатили здесь китайские. Китайские, вот такие трехлопастные. Но они вот пострадали конкретно. Акола здесь много. Значит, участочек. Вот здесь 15 пролетов. Пролет по 3 метра. 15 пролетов, это получается 45 метров. Там еще надо 3 метра сделать пожарную полосу за забором. Это 48. И вот тут калиточки две неровные. Получается 50. Вот так получается 50 метров. Потому по той стенке получается 22 пролета. 22 пролета это получается и 3 метра противопожарных. 23 получается. Это 69, 70. Немножко неровный участок. Здесь получается 70 метров. Там здесь 50 метров, там 70 метров. Ну, с учетом противопожарной полосы. Ну, а сейчас посчитаю длину. Вот, пора уже заканчивать. В принципе, вот пролет 3 метра. Раз. Два. Три, четыре, пять до деревьев. Ну, а так вот я пробился вот до периметра, чтобы вот так разобраться, понять вот диском. Так, просто участочек покажу. Участочек, конечно, козырный. Вот, ну и туда, да. Вот коричневый забор, это получается вот до коричневого забора. Вот. Сейчас считаем длину. Ну, половину, наверное, не сделал. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. 7, 8. 9, 10. Ну, здесь я уже 11, 12. Здесь я уже делал, да? Ух ты! 12. Неровности. Конечно, кирпичик присутствовал. 12, 13. 14, 15, 16 за деревом. 16, здесь вот вставочка. 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ну и вставочки. 24, 25, скажем так. 25. 25 на 3. 25 на 3, вот такой участочек. 25 на 3. 60, 75. 75. Вот, значит, так, 70. Так, 75. Так, 50. Ну и там еще вот 9 метров. 75. Ну, пускай будет 85. Вот с дорогой. 85. Так, 85. А так 70, а там 50. Ну вот. Вот такие, вот такой участочек.
Ну, упирался я. Сегодня жарко было. Упирался, вот красиво все обкосил лесочкой. Там туалет, лавочки. Вот, все красиво. Все как для себя. Ушло 4 литра бензина. Лески ушло с десяток. Вот, вот туда я прорвался до периметра. Здесь вот так леской, диском. Но это все трава срублена. Это реально срублена, переворошена на совесть. Вот. Вот так. Вот эта дорога, вот эту еще дорогу надо будет сделать. Вот дорогу еще делал. Здесь 5 соточек. Но это все вошло. Там 85 метров. А так 70. А там 50. Ну все, будем собираться. Зачет. Ну половину я, наверное, не сделал половину. Как бы быстро сказка сказывается, да не быстро делается. Ну все, хороший участок. Хороший хозяин. Дай бог здоровья. Заявочки на телефон плюс 7 924 123 24 44, Стороженко Владимир. Все отчеты на YouTube канале Стороженко Владимир. Помогай Бог. Ну а здесь еще лесочки почищу завтра.